У тебя сова мейн-спект, ты не можешь такие штуки себе новых спек родить. Намеказ, тебе нужен грудак-то пятый? Нет. Просто ответ грудак. Мне тоже нужен. Кому? Кому? Что, кому Рестору, ну и все. Рестору на инфе? Рестор мейн спек. Аман. Сейчас есть 4 кубков роли. Рольч. 5 кубков сделал. Хо-хо, бля! Бля, Тима, ты заебал, опять сотка! Хо-хо! Короче, это, Тимыч, плечи продавай, грудак. Ну, там, короче, не ошибся, не грудак, а плечи, штаны. Охуеть, ты ошибся. Можно бафов по ДК? Я просто уроном переигрываю, блин. Чё, как стенку прятался? Нахер. Я меня подлагало в этот момент. Чё я кончим, блин? Боешка. Да лагаю я со страшной силой, у меня просто стоп-экран и все. Меня даже не выкидывает в главное меню, мне ничего не делает. Просто стоп-экран. Ямка, у тебя разве нету? Ты пят. Вообще ни одного кубка? Ну, значит, Тимыч не сегодня. Чё значит? Не сегодня. А нахуй. На маговский грудак. Я спрашиваю. Если что, есть покупатель. Совы в каст перезарядки кидайте этот. Сбивает, по-моему. Так нямки плечи можешь забрать. Тайфун. Вот так. Или тебе плечи не нужны? Тайфун. Антиактивный. Это... Дайте фулбу. Плюс они... Смысл от голды будет, когда введут гильдхаус, потому что вся голда на них уйдет. Плюс на эту голду вам сапроты покупают. Вместе. Отойдите в уголок все назад. За мобу. Баги плюс. Мобу каст сбейте. Чё там Фарада, чё покупают? Бан киньте. Не-не, покупают на типа на голду чё? Сапроты и рыбу. А чё, сапроты дают нам? Да.
Называется, Тимыч только проснулся. Мы уже сколько времени лутаем их из ГБ, он только об этом не знает. Ну, стойте спиной к центру комнаты. Если туда кто-то отлетит и сагрит трэш, я начислю ГБ. Пока еще надо... Начала. Не, я просто ни разу не брал, я поэтому удивился. Какие куски надо? Давай лучше небольших там еще. Тяни. Это что было? Я понял, какие куски надо. Тебе так хорошенько. Уверхиль тебе как. Когда откидывать там, давай. Моба обратно. По кузнецу стан дайте. Эх, зачем? Не что покупателю говорить на маковский токен. Посмотри, там журнал есть, и кто снимает, видно. А где? Где? Вставайте, кто быстрее там, алоэ, резист. А чё резисты не включают? А, бой весь. Блядь, кузнец входит, если чё, да, слева? Тут за контрольным вопросом, Али. Так убейте его. Ты сагри его? Тимыч, твой шаман еще онлайн там? Да, черепку, да. Черепку каст сбейте. Обов контроль. Бери в рейд и... Ассиста топ дадите. Кому куда я курил? Кто-то там спрашивал про тело на мага, оно не нужно никому. Короче, у кого байеры, прислоните мне в личку, я ассист раздам. Это кому? Варк Рутар. Почему? Хоть я могу убьем. На кого кусок продает? Рога пал там. Фарадом, Мак Лок Хант это же 40, да? Да. Ну ты слышал, Луцин. А если это свой чувак? Ну типа дружбан. Там, ну если скидка. Дружбан, берешь с него 30 тысяч, кладешь их в ГБ и все. Если дружбан, можешь продать за 35, но тогда ты только 5 себе оставишь. А 30 я положишь. Понял. Идите вот сюда, где ромбик. Убивайте в первую очередь черепок. Крестик я повожу за угол, попрячу. Подожди, там сова лежит, не рестутая. Совы, пойдемте, сбивать будет. В первую очередь черепок убивайте, крестик я отведу. Перегрузку сбивать. Ебать, нихуя не выжил, ебать. Собери ТК.
Иди свободный, забирай. За угол прячься. Сейчас всех позапрялит. За угол его ныкай. Себя точнее. Череп убейте быстрее. Да ты че? Вот два на тебе. Зеленку. Давай в другую сторону сейчас готовься перебирать. Бежал. Вот так и это и делаем. Пять и семь. Не, развис. Да он начал кастовать его. За угол не получилось завести. Совы не сбивают, свакают. Ставь его так. Ага. А, мобов тут хуяривать, но так какой-нибудь милик подержит. Так, я с ним за 38 договариваюсь. Все скину ему. Это же нормально. Так, что там? Подбираешь друга? Как не стыдно? Ой. Не стыдно, он фармит. Да, блядь, встать, пожалуйста. Войт, убери меня на замену или там вага. Я пиздец дико лагаю. От меня вообще пользы нет. Моза, тут? Так у меня то же самое, если можно. Мозра в рейд? Кто там второй лагает? Персик. Ну у меня терпимо еще. Ты остаешься или ты на замену хочешь? По несколько минут вообще. Че, можно тогда соскочить? Можно я тоже лагаю? Конечно, я не хочу на замену. Мне надо три куска. Следующий. Плечи, грудь и руки. Также крестик не бейте, только череп бейте. Подойдите поближе. О, б***ь. Да это бегу. Убегайте сюда. Попробую успеть убежать. Он успел. Кто залагает после робота, будет скрины скидывать, короче, в офлудилку с вами пинг. А где этот пинг смотреть? Где главная менюшка? Компьютер. Я же нарисован. Говорю, бить череп, вы долбите крестик. Зачем? Забаньте много. Совы, сбивайте каст перегрузкой. Тайфуном, если откидывал. Кто-то сбивал же. Вон, во флудилку скинул свой охуенный пинг. Я говорил после робота. Кто-то сейчас отпросился. Уже замена сделана. Охуенный пинг это я скидывал, где 14 тысяч. Это охуенный. Но у меня типа параллельно просто виснет экран на несколько минут. Я бой с роботом, вы его уже убили, у меня показывалось на нем еще 40%. Это еще топ-3 фазы. Там шаму только засломайте. Yes. Я это похилю тут. Слушай, из ДКшки как бы там чисти. Говорят, где-то сапроты раздают. Что там, значит, байер на этого босса надо, да, вот такой шаман? Шаманчик, да. Кому не нужен лут плюс чат? Решу вопросы с интернетом, дам знать. Маги, дайте столик. Что это за шаман-то? ДД, хил. О, сейчас прошу. Да-да. Хочу
Ну, короче, первый резист плюсанул его и поменяю. Не забудьте сапрот выпить на этого босса. Всем дают сапрота. Так как дальневосточный статик не занимается заработком, как вечерний, там, продажи. Целка, бычка, например, там, буешки никто не фармит, покупателей никто не берет. На ачивы. Там, по-моему, ДВ статик есть у звания этого один сапрот в банке. Ставьте рыбу, бафы обновляйте. А у кого доступа нет? А у кого нет, свои с собой берем. Я вечерним тоже покупал сапрот, так что нет. Да, я тоже всегда бросил. Я после РТ посмотрю, у кого какое звание, кому-то поменяю, кто-то останется на своем. Че, вы ему эскорт линканете или? Че, рыбы нет что ли ни у кого? Ешьте. Я не в лоб с компортами. Розелина невкусная. Включи на пол. Первый луцинь на пол на два. Враска. Кто будет без сапрота, пеняйте на себя. А я смотрю, половину. Танк не обязательно? Спрашиваю. Упасть ему или ДДшить? Давайте, подходите. Подойди сюда поближе. В звездочку все вставайте. Не стой сбоку. Блять, Луцинь, вот сюда, где я стою. Подойди. За звездочкой идем. У вас в составе люди больше любят свои там вторые, третьи успехи собирать неиграбельные, нежели продавать. Ну, мы будем спрашивать. И мы не можем ходить еще. Кто у нас собирает неиграбельные успехи, кроме Эль? Я надеюсь, паладины отслеживают Даркиса и дадут ему сальву. Ну, одну Даркису, вторую Можру.
Даркис. А, ну да. Следующий тим бить. Энджи не даешь по войду иннер. Мгновенно грин персик просто отшел. Мгновенно еще куда раз? Просто отец шаман, пятая патч. Фейт. Мгновенно грин персика поднимает. Ой, блядь, Тимыч, Тимыч. Сразу вставай. Убавку не могу. Че там, не умер еще, босс? Нет. Охуенно. Сейчас еще и плечи выведут. Ты их заберешь? Ну, меня выкинул, типа. Благо тебя выкинул? Да, да, не лутайте босса. Может, получше мастер лутер забрать. Мой сам. Скажите, как босс в падеж произошел? Это мой четвертый Т5 на медведь. Акулы на алоэ давайте. Теперь паутине. Сразу от босса отойдите. Отойдите все от босса. Не лутайте. Дружно, вот, ну да, если дали его. Вот, да. Вага, заходи. Не там золото дают, если лутаешь. Сука, не выпнул нихуя. А, чё, всё полутали? А, блядь, плеч надо вот этому, да? Кому там отдать их? Да, шаман, подожди, сейчас. Отдай сначала. Сейчас как голду отдаст, я скажу. Сам понял. Пистон пока не ролите, пожалуйста. Это не пистон. Нитотриня вообще где может пригодиться? Судя по всему, что там она дает. Да на нем же в ХМке может пригодиться. Чё-то хуй знает.
нормального танка надо. Сейчас обидно было. Ну, чтобы не умереть на этом боссе, это надо... Стопать можно, да, мать? Нет, надо просто про товар. Нет, да, это нет. Надо... Драгон танчил, блядь, у него на 10% забрал босс. Короче, плечи никому не нужны, босс оставляю. Танки, бегите сюда, там, на соляру надо трэш почистить. Я бегу. Я что-то быстрее вас добежал, еще спец пинет. Что ты с Байером разобрался, Тимыч? Да. Да. Резист там в самолете потом. Ага. Тыкайте на суман. Можно дать минут на 5? Ты кто? Тонсон. Иди. Рога, намиказы. У тебя 4, ты 5? Давай, агри поехали. Взываем быстрее черепок, чтобы не контролировал никого. Давайте сильнее и следующего. Готовьтесь сейчас захиливать. Используйте с них щит, чтобы огонь не убирает. А кто треньку выиграл? Тимыч, мне упало. Надо что ли? Да, Тимычу отдал, у него там 60 с чем-то ролла было. Не, если кому, я ее читаю, если кому-то прям очень, или по тесту хочет к нему. Ну, в спек ролил только ты, Враска. И сразу следующий. Попозже тогда закину голду. Мелкую пачку пока. Мус. А, поджать. Бейте, пока вот синяя ловит ближнего.
Шторы, пошли за ромбиком. Сука. Хуету нажал. Рефлект нажмешь. Что там, Войда подымут? Щит есть? Нажимай. Кто его в этот закинул? Он нормально. Ты срефлектил? Можно уже... Рефлект работает на нем. Да, работает, но... Сейчас там лучше не заберет. Тут рефлектом ты в среднем возвращаешь 150 тонн. Там его считай можно этим, как он называется, туриком, маморсом тончить, блять. Ну да, да. Агрить. Вот этих звездочетов бей. Они кастуют. У них хп меньше. Еще им стан дается. Есть по... Диспел? 203 тел. Там ремень задевалился. Да я все возьму. Черепок идет, сейчас подходите все. Ты или я подержу? Без разницы. Прячемся с ним в угол, сюда заходим. Сейчас сюда моб побежит. Давайте бьем. Своих контролем. Было хай сколько. Давайте сильнее в череп.
спасайте всех. Давайте бафаемся. Сейчас моб подойдет, крестик. Дарки с фарада резайте. Босса тут. Я опять мягких заберу. Да, без разницы. Три танка хоть кого-то учить. Забафайте фарада, Даркис. Дал лапу. Давайте вас резну. Пока не агрю, сейчас резну пару тел. Подбегайте сюда. Энджи, вставай. Даркис. Даркис. Раздайте, у кого без КД и надо по нямке. Стоп. Мобильный банк у кого-нибудь на КД поставьте, пожалуйста. Сейчас комбо пойдет. Убейте его. И
упадите силу. Хиньте, хиньте себя. Любовую кожу нажимаем. Да хиньте всех. Я сейчас подохну. Резайте ману. Значит, луцинь на боссе. Мяка с алоэ на мобе. На жреце контролите. Его петы у ДК. Что надо с этим делать? Тебя петы бьют, кого бьешь, да? Слышишь? Алло, это тут? Алло, я. Не вижу рыбу, она где-то там есть вообще? Удалое. Блять, мы тут как? Все, нажал. Алло, слышно? Да, ты алоэ? А. Дискорд баганулся. Ты алоэ, да? Да. У тебя в сумке есть какие-нибудь шмотки Т5 заменить? Я могу во фроста спекнуть. Давай спекнуть. Значит, с мякой контролишь моба, ну там притяжка, если что, сало дашь, собьешь каст, если мяка взлетит. Так, напомни, я уже, блин, несколько КД не был. Весь рейд бегает звездочки. Встаем там, где один лучик, где два лучика стоят, мяка и алоэ, одного жреца контролят. Все, чек на пол. МЗРу напишите в ПМ 300 баллов, оно пока. Моса, готов? Когда отчет? Гера тут когда спорудует? Нет. Под вторую фазу. Ну смотря сколько времени. Блять, на офи всегда здесь под фазу этого демона давался. Но обычно она откатывает. Ну мы быстрее, чем здесь. Моса, да. Не взлети, приступ. Косты сбиваются станом, салом. Превращением в овцу, в жабу и страхом. Имейте в виду, в луке. Вот, вроде. Тут стоим звездочки.
череп жреца бьем. Это в рейд. Ваш там. Когда босс исчезнет, жреца подводим к звездочке. Посмотрим, как порталы будут. К жрецу идем. Звезду весь рейд перешли. К жрецу. Смотри, если здесь в метке будет жрец, чтобы его не завоешь. Без метки жреца в рейде бьем. Вот здесь это я стану бить. Быстрее, быстрее. Готовьтесь, если босс исчезнет, перебежать к черепу. Исчезает. Сюда идем, звездочку. Веди его сюда, к звезде. К звезде, ага. Оттягивай, оттягивай подальше сюда. Застанет. Звезду перейдите, рейд. Сейчас выйдут жрецы, там нельзя их завешать. Сюда. Звезду идите. Все, два жреца, один без метки, бьем. Готовьтесь бить им указы. Жреца в приоритет. Это шо, мой стан был? Что, сбили так? Не прошел же сейчас каст? Ну, вроде нет. Еще контрольчик. Стаунти на себя его, просто там вот нажми, чтобы не бежал он в рейд. Прикольно! Мочилочка, блядь. Бьем дальше. Звезду перебегаем, сейчас... Сейчас Берни. Жреца сначала убиваем. Чё, кого? Сейчас подожди, только вот уже полезли. Бейте жреца. Все так дальше, бля. Тимыч, мосс поднимай. Моссу подняли. Тут стоим. Аликадзе бронзу нашел. Жрец в метке вышел. Череп, без метки контрольте. Таунти на себя, чтобы Берни не было. Даркис отошел. Черепку надо каз. Сбили. Готовьте эфир овцу, чтобы если стан не восприимчивый, сбился каз все равно. Вот, отлично. Добиваем. Раз. Браска. Ребаф, дайте, пожалуйста, порога. Какой-нибудь. Я лапку давал. Каску пророком дай. Лаку здесь добавлю. Мосса. Мосса. Мосса, мосса выйдет. Отбежали, отбежали. Бежим. Стоим здесь, везде. Звезду вернулись. Вернулись, вернулись. Веди сюда этого петуха. Тяни его к звезде. Алоэ. Петуха этого бьем. Череп поставил. Не сдохните, не зауешьте его. Череп переключились, все зербените его.
Еще жрец. Там два. Еще жрец. Два жреца, смотрите, стоит везде. Без метки жреца добиваем, босса ждем. Контроль. Там, да. Кто там, нямка выбежал? Саванда. Еще разобрус исчезнет. Мгновенно вышел. Мгновенно вышел. Здесь стоим. Жреца сюда. Здесь везде стоим. Пул ДПС по нему. Аукси на пульт. Обновитесь звезду, что вы там встали сбоку. Чтоб там бегало два. Смотрим, где появляются жрецы. У нас появился. Из метки бьем. Жреца пул ДПС. Готовьтесь каст. Мосса выше. Все, босса. 3% бьем. По возможности босса отведешь чуть подальше, чтобы баллишка не задели того. Угу. Мегазоните, казаки. Чё за хуйня? Этот, резист, иди контроль в овцу. Резист, в овцу черепок, иди контроль, на все забей. Там 45 секунд еще. Дайте антифир. Вдруг. Вдруг собьется. Че он сдох? Так, а кто тебя запарил? Босс, да? Прокастом стрел, да, его убило. Вы запоминайте, за этот пул все хилы получили, считай, по 100 гп. Тот, кто рейд подкинул, 250. Шо-шо? Ничего хорошего. А кто подкинул, кстати? Вот вопрос, кто? Сова какая-то. Чё за агрессия? Агрессия была. Я выбежал. Там же анонсится, ёп. Добавь, стоит у меня анонсик. Беги нахуй, беги. Я выбью. Ты лагаешь. Из-за этого рейд подбросил. Даже в Дискорде лагаешь. Окей, говорю. Кто лагает, фонит, блядь, я не понимаю, блядь. Боливан, это Боливан фонит. А нахуй он фонит. Блин, Персик, ты рыгаешь, лучше ничего не говори. Чего мне, я выносил метку свою. Блять, у меня нет помощника, чего вы там, блять, мне пишете? Там ваги плюсуйте или войду. Чё там хотят? В рейд хотят. Вы на штаны уже нажмите что-нибудь, три человека еще. Да нет, Розелина, да. Мяга, Энджи. Да им точно не надо, не ФК. А вот эта хуйня на сову нормально будет? Вот это вот триня. На халяву нормально. Ну там солнечник лучше, по-моему. А я не знаю, у меня там просто 200 какие-то, 200-е, блядь. 200. Когда нету ни хрена, по-моему, зайдет.
Не, это топовое трение для кастера, но это больше для шипы. Ну, попробовать, да? Я понял, в чем прикол. Там, короче, дебаф на героическом соляре надо силобездность большой буквы прописывать. Короче. Так он РЛ, напиши ему, он тебя возьмет. Фрил — это покупатель на маговский грудак. Взяли вроде уже все. Энджи персик нажмете что-нибудь? А тренька-то? Тренька. Нет, там, не знаю. Да там слышишь, РДД нахуй не канает на замену на Келли. Может... Меня поменяйте гринпер.